Пишнан
от хаук ямти бедхал. Саубидаева панаша атика пишле мухья стипа амли. От паэш бутла пахат стрита. Мэдзэш лаау дахал матл стрита. Саубхаут митле хуэле азад мун стрита. Басан митлен амшиха, хаманнах амшиха бедхайя. Бидаева амшиха имле мунгаумите, мэдзэш лэмай. Умолта репхаком бие. Салат митле, острита митле дага, аудиле хайя, хайя лил Алла. Адха упахтун, хашвинун, ганох, митетун, хтита, хайетун Алла, хаммар и шамшиха. Пасла хакма, хтита пазроху, мита кадмасититун, шарватиотун, упла хадритун, хадамохун, азбаб аула кахтита, или хатун ганохун Аллаха, ахнашедун гаумите, хиелохун. Адамохун хавит азбаб такенутат Аллах. Ухтита Аллохун ла ауда хукма саумлетут ход намоса или ход шапака. Басмуди ауда хатах левах ход намоса или ход тайбута. Хасли лету бидаяка мани худетун ганохун масититун илле ахдрегавати. Ахдрегаватитун хав масититун илле. Анхтита, аншмейта, натат, кенуя. Мантам Аллаха дегавати тунва. Хтита, муситрохун, нунлиббан дамайта, дюльпанат пишлохун сухи илли. Хват вейлохун, азат нухтита вейлохун забыт кенута. Ахда гавлина шабимаравын, мансамат забынута бусрох. Дахит худурохун, адамохун, регутат, чапалютат, у аулат. Адха уб адия, адзун лон ребута, кенута, укадишута. Сав кадрегавати тун хтита, вейлохун азад кенута. Будит унта и творохун хейга, айнит идиум йома бенхабет убия. Сав халта иля молта. Адия, вейлохун азад мухтита, вейлохун регавати Аллах. Итлохун уньятет адишет халта иля хайл аба. Инакнайтет хтита молтера. Ухалат Аллах хайе л'абад маан ишом шиха. Послание к римлянам святого апостола Павла. Закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление. А когда умножился грех, стало преизобиловать благодать. Дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность в жизни вечной Иисусом Христом, Господом нашим. Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха, как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погребли с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения. Зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху. Ибо умерший освободился от греха. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним, зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает. Смерть уже не имеет над Ним власти. Ибо что Он умер, то умер однажды для греха. А что живет, то живет для Бога. Так и вы почитаете себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашем. Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться Ему в похотях Его. И не предавайте частей ваших греху орудия неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и части ваши Богу в орудие праведности. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. Что же, станем ли грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью? Никак. Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы? Кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушания к праведности?
Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. Говорю по рассуждению человеческому, ради немощи плоти вашей, как предавали вы части вашей в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте части вашей в рабы праведности на дела святые. Ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности. Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их – смерть. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная. Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господом нашим. Хвала Господу апостола Павла! Аминь!